Всем привет, с вами профессор Гуглов. И сегодня я расскажу вам про забавные факты о животных. В теле гусеницы больше мышц, чем в теле человека. Самец павлиноглазки может найти самку своего вида на расстоянии в 2 километра по запаху. Рыба-меч способна развить скорость до 130 км в час. В Древнем Египте главными вредителями полей считались не жуки и даже не саранча, а гиппопотамы. Взрослый кит за 2 секунды вдыхает 2400 литров воздуха. Масса головного мозга слона составляет примерно 0,27% от массы его тела. У шакалов на одну пару хромосом больше, чем у собак и волков. Комаров привлекает запах людей, которые недавно ели бананы. А самка броненосца при стрессовых ситуациях может задерживать роды на срок до 2 лет. На Земле насчитывается порядка 400 пород домашних собак. У пчелы 2 желудка, один для меда, другой для пищи. А вот у мотылька нет желудка. Испания в переводе означает «земля кроликов». Богомол – единственное насекомое, которое может поворачивать голову. Французы называют голубя летучей крысой. Скунс не может кусаться и распространять запах одновременно. Хорьки спят до 20 часов в сутки. На этом фото вовсе не помесь кролика и осла, а патагонский мара – крупный грызун из Аргентины. У жирафов самое большое сердце и самое высокое кровяное давление из всех наземных животных. Нападая на свою жертву, акулы закрывают глаза, чтобы бьющаяся добыча их не поранила. Ну а на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся.